уже дождались победы, и болельщики, и мы также. Ну, хороший матч, все бились, пластались под шайбу, все на себя ловили, старались и играть по заданию, и все получилось. Стартовый период получился результативным, но потом без голов проходило. Почему так? Ну, бывает где-то, может быть, больше на результат старались сыграть в конце, тем более, потому что ну, все-таки выигрывали, и нам было сохранить счет и довести матч до победы. Как оценишь свое состояние, вернулся из сборной? Ну, не знаю, честно. Ну так, маленько, может, где-то тяжеловато, но ничего страшного сейчас. У нас 4 дня до следующей игры, еще нам готовиться. И, можно сказать, после матча чемпионата у нас, к нему подготовиться серьезно и хорошо сыграть. В турнирную таблицу заглядываешь вообще, смотришь за результатами других команд? Да нет, нам так, в принципе, говорят часто и болельщики говорят, и так, а так, чтобы сам там... Бывает иногда, но не так часто. А как нужно сыграть с Ладой, чтобы результат был аналогичным, как сегодня? Я думаю, в принципе, как сегодня, должны активно играть и больше бросать, обострять, и все будет хорошо. Играть также друг за друга, все на себя стараться ловить, почищать подборы. Все.